Книга Исход, глава 20. «И изрек Бог все слова эти, говоря, «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я, Господь, Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода ненавидящих меня, и творящий милость до тысячи родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои. Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно. Помни день субботний, чтобы святить его. 6 дней работай и делай всякие дела твои, а день седьмой — суббота Господу Богу твоему. Не делай в тот день никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришлец, который в жилищах твоих, ибо в 6 дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил. Посему благословил Господь день субботний и освятил его. Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой дает тебе. Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего, не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего. Весь народ видел громы и пламя, и звук трубный, и гору дымящуюся, и, увидев то, народ отступил и стал вдали. И сказали Моисею: «Говори ты с нами, а мы будем слушать, но чтобы не говорил с нами Бог, дабы нам не умереть». И сказал Моисей народу: «Не бойтесь, Бог пришел, чтобы испытать вас, и чтобы страх Его был пред лицом вашим, дабы вы не грешили». И стоял народ вдали, а Моисей вступил во мрак, где Бог. И сказал Господь Моисею: «Так скажи сынам Израилевым, вы видели, как я с неба говорил вам, не делайте предо мною богов серебряных или богов золотых, не делайте себе. Сделайте мне жертвенник из земли и принеси на нем всесожжения твои и мирные жертвы твои, овец твоих и волов твоих на всяком месте, где я положу память имени моего. Я приду к тебе и благословлю тебя. Если же будешь делать мне жертвенник из камней, то не сооружай его из тесаных, ибо как скоро наложишь на них тесло свое, то осквернишь их. И не всходи по ступеням к жертвеннику моему, дабы не открылась при нем нагота твоя».